Все, ребята, я прибыл на выгрузку. Такие склады, такие виды. Вот. Ну, короче, куда-то туда будем вниз пятиться, там где-то что-то разгружать. Вот. Ну, узенько, но ничего, вроде разгрузим. Короче, сказали ждать минут 30-40, пока протру в машине пыльно. Порядок наведу. Город Улан-Удэ. Ну, ничего такое, нормальный город. Я почти, наверное, весь город, ну, не весь город, я там объехал и сюда заехал. Короче, не знаю, где-то здесь. Ну, блин, прикольно, так вообще классно. На обратном пути, сейчас мне нужно будет лететь обратно. Хочу заехать, попробовать какое-нибудь блюдо национальное. Ну, что не такое бурятское. Я думаю, что, наверное, вкусно очень. Я как раз там уже заприметил, к въезду... При въезде в город там много-много кафешек разных. Так что попробуем. Ребят, всем привет. Город Улан-Удэ разгрузился. Едем в Саянск. Это Иркутская область. Едем грузиться на Москву. Не на Москву, точнее, Владимирская область, Дзержинск. Если не ошибаюсь, Владимирская область. Не направо, на мост. И все, и там раз-раз и вылетели. Вот так у нас и там влезет. Аккуратно его смотрим. Как бы с двух полос поворачиваю. Но ничего, мне можно, я на грузовой машине. Тем более на длинной. Так, все. Прошли. Четенько, бордюр не задели. Понравился очень город. Я ездил за картой, посмотрел так немного город. Ну, прикольный, классный. Узкие, конечно, дороги. Вот, но так нормально. Прям понравился. И он мне запомнился крузаками, лексусами и камрюхами. Прям очень много. Вот я как въехал в Иркутскую область, навстречу одни крузаки, камри и лексусы. Ну, большинство прям выделяются. Конечно, в основном японцы. Владик здесь недалеко. В основном японский автопром здесь. Ну, интересный такой город. Смотрите, какой вид, да? Вот прям на горы. Байкал здесь рядом. Классно. Жара на улице. Сейчас у меня... 33 показывает. Вот. Но я на солнышке стоял, 34 был. Я вот только выехал с выгрузки. Градусов 30-то точно есть. Все, двигаемся на погрузку. 700 километров ехать не пустым. Время по Москве 9:21. Здесь у нас, ну, сколько, плюс 5 часов. Или 4, да, плюс 5. Но я думаю, увидим Байкал. Я его засниму. В прошлом ролике не заснял, потому что темно было. Ну, сегодня я его засниму. Вот так вот выглядит Улан-Удэ с объездной дороги. Ну, тут, видимо, очень много частного сектора, а там глубже, там уже город. Ну, очень красиво, пацаны. Got so far, but in the end
Протяжении где-то километров 200, наверное, едем вот эта дорога вдоль озера. Вот, местами открываются виды, конечно, потрясающие. Здорово. Очень красиво. Еще до Каутука не доехали, но здесь тоже подъемничком медведи, да, тащит. Как тяжело ему. Прям тяжко-тяжко. Но тащит Америка. Спускаемся. Вот у нас Байкал, парни и девчонки. Блин, обалденные виды, конечно. Прям очень здорово. Что-то перед нами на аварийке идет. Ну, вроде едет, но аварийку включает. Не понимает, для чего. Вроде и тормозит. Что, аж дверь на ходу открывает. Что он делает? Вот наш первый, ребят, поворот. Начинается перевал Култук. Справа озеро, Байкал. А нам нужно вон туда. Бэк пошел. Ну, не знаю, не видно, наверное. Короче, вот он, наш поворот. Там озеро. Ну, конечно, виды классные. Проходим. Пустые. Култук. Будет нам попроще. Нормально здесь. Хороший поворот. Как бы хватает места на шестнаре. Лютенький подъем такой. Вот такой, парни, вид. Вот такой вид. Да, сфоткаться бы. Люди там останавливаются, фоткаются. Сфоткаться бы, но, блин, места нет, конечно. Там вон машины наставили, сразу так неудобно поворачивать. Поверните налево. Ну, такой поворотик у нас. Аккуратно. Вчера, когда снимал, темно было уже. Наверное, ничего не видно. Подъемчик у нас по левой полосе грузовым запрещено. Тянемся за бэком, но он неплохо разгоняется. Едем аккуратненько. Также на механике иду, не буду мучить коробку. Оп, кто-то что-то где-то случилось. Парни в рацию говорят. А, ну может быть старый что-то по фотографиям говорят. Пустым хорошо спускаться, чисто на горняке тормоз вообще не касаюсь. Спускаемся потихонечку. Если подъемчик, то я-то наберу скорость, как бы сзади меня никого нет, я никому не мешаю. Потихоньку, чтобы колодки поберечь. Сейчас подъемчик будет, отпущу ее, чтобы она разогналась. 12% спуск. Серьезный такой. Да, зимой вот машину ловить на таких спусках — такое себе дело, я скажу вам, парни. Чисто на горе.
турнике на 9-й передаче. Чуть-чуть сейчас притормажу. Стрелка на синей, как бы нормально, все. Убираем. И разгончик убираем. Этот, блин, забыл. Горняк убираем и разгончика берем. Никому не мешаем, можно и посередине пойти. Чтобы обороты не терять. Десятую нам. Поворот. Аккуратно. Может кто-то лететь оттуда по встречке. Надо все предвидеть. Сзади джипик догнал. Девятую. Пошел. Хонда. А легким-то, конечно, летом-то особо нет проблем. Это так, прогулочка легкая. Зимой легким здесь. Ой, какая задница будет. Я, ребят, сейчас такой момент также в поворот выхожу. У меня в лоб маленькая вылетает через сплошную, обгоняет. Короче, здесь надо быть очень аккуратным, потому что маленький прям вылазит и обгоняет. Не бояться сплошных. Так что внимательно, прям очень внимательно. Такие поворотики у нас. Такой спуск, и вон дальше подъем какой у нас. Иркутск 75. Километров 50 мне осталось. Отпускаем ее. Разгончик взять. Мы сейчас будем взлетать. Максимальный разгон берем. Дорога позволяет. Летаем. А слева, знаете, парни, что? А слева офигенно красиво. Двенадцать процентов спуск. Давай. Прям нормальный такой. И спуск, и подъем. С поворотиком надо притормаживать. Повороты, конечно, да, лютые здесь. Можно, если зимой вот скользко, ох, как не поймать ее и улететь. Да, я думаю, это часто здесь. Напишите, парни, кто частенько через Култу гоняет. По-любому часто здесь, потому что тут по сухому-то асфальту отормаживаешь ее еще и тормозом, идешь на горняке пустой. Такие резкие повороты, что педалю помогаешь в любом случае. Была бы она еще пошире, было бы куда ничего. А то встречки-то тоже вылетают. Вот видите, вот он, раз такой поворот. А тут если гололед, все, ты ее просто не поймаешь. И сразу в другую сторону. Видите как? Сразу влево. Шалтай-болтай. Туда-сюда. С грузом-то тоже как бы лихо-то не покрутишь рулем. Чтобы не раскачало тебя, то на бок положит. И сразу подъемчик с поворотом. Потом спуск 8%. Вот тут можно ушарахаться. Да, подальше берем, чтобы встречка проходила. И вон туда спускаемся. Вот такой. Такой култук. Вон ребята сверху едут. А мы вниз.
Скоро у нас будет подъемчик, это 14%. Интересно. Это один из последних, ребят, спуск. Притормаживаем, байкером валят. Все, подъезжаем уже, грубо говоря, к Иркутску. Сейчас будет резкий поворот направо. У меня всегда карта включена. Я ориентируюсь по ней, чтобы как бы заранее знать. И по знакам, конечно. Смотришь по знакам, где куда что. Ну, по карте хорошо видно крутость поворота. Я так делаю. Вот он идет сейчас налево, потом сразу направо. Видите, какой. И все, мы потихонечку к нему подкатываемся на горничке. Тормозами помогаем. Так, дальше что у нас? Спуск тоже пойдет. И вот, и, ребят, в чистые ключи заезжаешь, и камера на 40. Притормаживаем. Можно очень легко на нее налететь. Вот знак стоит. Мне Яндекс предупредил. Заходим на стоянку. Объезжаем Ангарск. И вот здесь первая стояночка справа. На нее и заходим. Места еще есть. Время 10. Сходим покушаем, помоемся. Может быть, даже получится вещи постирать. Зато с утра пораньше встанем и поедем. Так, берем сюда левее чуть-чуть. Столбик у нас. Не знаю, первый раз на этой стоянке. Я думаю, хорошая, большая. Там у нас РФы стоят, по-моему. Вон у нас ходит парковщик. Сейчас мы у него все узнаем, что куда нам ставить. Что-то, короче, замкнуло. Зумера пищит и пищит. Хрен его знает, что. Короче, стоянка 100 рублей, душ 150, стирка 150. Сейчас все и сделаем. Помоемся. Поброюсь, может быть, уже давно не брился. Что-то запустил себе. Че он пищит-то? Но бывает, у него что-то замыкает. Ребят, что-то тут серьезное, короче, случилось. Дастер расхлестался. Жопа вообще. Зиминский район, Зиминский. Люто. Прям нормально, они так лоб в лоб, короче, встретились. Да. Это дорога. Короче, еду на загрузку, подъезжаю уже. Вот где-то здесь. Короче, сказали, найдешь указатель. Вот сам Саянск не нужно заезжать, там найдешь указатель чуть дальше, направо. Ну, короче, будем искать. Если что, номер есть, если забужусь, наберу. Я как разгрузился, сразу позвонил, все уточнил, точно ли меня загрузят в субботу, как проехать. О, мне все объяснили, и все, еду спокойно. А так мне сначала адрес был прям сам Саянск. Так бы не позвонил бы, туда бы сунулся, пришлось бы обратно выезжать. Короче, лишнее движение. А позвонил, сказали так и так, туда-сюда, мы тебя в субботу загрузим. Ну все, едем, значит, грузится. Бабочки прям лютые. Вот бабочки шлепнуло. Все стекло, только помоешь. 50 километров проезжаешь. И то же самое. Лето, жара. 23 сейчас. Эй, ребят. Заехал на загрузку. Сейчас загрузимся и выдвигаемся на Дзержинск. Вон там ребята грузятся. Сказали, первый поворот налево. Вот он у нас первый поворот. Сюда заходим аккуратненько. Пошире берем.
так вот. Короче, в очередь встаем. Ну все, ребят, на этом ролик заканчиваю. Надеюсь, вам понравился Култук, Байкал. В следующем ролике поедем на Дзержинск. Также едем в Красноярск, на Кемерово, на Новосибирск, Омск, Курган, Челябинск. Погнали Уфа, Челны, Казань. Вот, и уже там Дзержинск.